Это рассказ о нашей истории, который начинается с эпохи глубокого страниц истории древнерусского государства до наших сегодняшних дней. То есть те люди, которые придут на эту выставку, они пройдут вот этот путь и, наверное, узнают очень много новых событий, которые, возможно, когда-то их не интересовали, а, возможно, они просто об этом не знали. На этот направлен этот выставочный проект. Всем огромное спасибо нашим партнерам, их более 20, которые вместе с нами вдруг открыли вот эту страницу нашей истории. Потому что, ну что такое 30 лет? На самом деле, это не такой уж прям грандиозный юбилей. И для нас, когда мы подумали, а что это на самом деле, мы не хотели отмечать в отрыве. Вот подумаешь, 30 лет, это что, на пустом месте все образовалось? Это что, в вакууме? Да нет, дорогие мои. Это такие глубокие наши народные исторические корни, что 30 лет – это только уже последняя современная стадия вот этого всего исторического, более чем тысячелетнего процесса развития в России народовластия. И вот хотелось, чтобы это все увидели. –